часто выходит мотивация, цель, жажда стать воином, прославиться, победить. И подспорьем такому мотивированному бонцу является и умение входить в состояние экстаза, боевого транса, для чего существуют особые техники. Ну и, разумеется, хорошо научиться владеть оружием, ну и при отсутствии оружия, так сказать, использовать ресурсы тела. Сделать свой кулак, пальцы, локоть, плечо и все тело, включая ноги, так сказать, массу тела, тоже оружием. Но в современных условиях для того, чтобы с одной стороны принять участие в турнирах по историческому фехтованию, с другой стороны, чтобы принять участие в кинопроекте, который я готовлю, значит, нам нужно подготовить актеров и каскадеров, которые бы на экране выглядели достаточно убедительно, но и, в общем-то, хорошо бы, чтобы они сами не калечились, не калечили друг друга, и при этом были бы, ну, достаточно достоверны с исторической точки зрения. Поэтому в данном ролике, значит, говоря о боевых искусствах славян и о боевых искусствах вообще, применительно к Европе, к Северной Европе, я буду говорить еще и применительно к ситуации тренировки в современных условиях, в том числе не обязательно городских, это могут быть и любые подручные средства в любых подручных средах. Камни, ломы, значит, другие тяжести. В конце концов, можно просто научиться отжиматься от пола или от стены для того, чтобы быть не хуже подготовленным. Но все-таки, значит, если у вас есть гири и гантели, а поблизости тренажерный зал, вы можете научиться тренироваться в данном жанре.
Mm-hmm.